Всем привет! В этом видео будем заниматься установкой вот такого фильтра с обратным осмосом от фирмы Geyser. Решил я его ставить, так как у нас образуется много накипи и образуется в поде вот такая накипь. И вот такая накипь у нас в чайнике. Потому что вот делал анализ воды. Ну, в принципе, все в норме у нас. Даже жесткость в норме соответствует 5 при норме 7. Вот. Но накипи образуется очень много. Поэтому решили устанавливать вот такой фильтр. Сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Ой, нет, ошибся. Не тот фильтр, наверное. Ну, вот он весь наш набор. Самое главное, это здесь фильтра вот эти. Первая, вторая ступень — это у нас механическая очистка от взвеси, от всякой в воде. Но, в принципе, она у меня будет стоять чистой, так как в колодце у меня уже стоят такие фильтра для механической очистки. Пористость у этих фильтров 5 микрон. Третья ступень — это у нас угольный картридж. Он очищает нас от хлора и органических примесей. Ну и самое главное — это у нас вот эта вот обратно-осмотическая мембрана, которая у нас пропускает воду, но задерживает всю остальную грязь в воде. Это соли жесткости, нитриты, нитраты, органические примеси и всякую другую ерунду. Вот она сама мембрана у нас. Ну и пятая ступень — это у нас для улучшения вкусовых качеств воды, чтобы приятно пилось, наверное. Вот. Дальше у нас идет гидроаккумулятор, куда очищенная вода поступает и хранится. Он у нас на 12 литров, но заполняется где-то литров на 7, на 8. И также его надо подкачивать. Вот здесь стоит ниппель автомобильный. Накачивать где-то надо 0,4 атмосферы. Ну, дальше, соответственно, у нас идет кран для фильтрованной воды. Вот эта врезка в канализацию для слива воды, так как, когда фильтр очищает воду у нас, то очищенная вода поступает сюда, а когда он промывается, он сливает воду в канализацию у нас. Дальше. Заливной кран, кран для гидроаккумулятора, ключ для картриджа, ну и трубки для всего этого набора. Ну а также инструкция, где все понятно расписано. Все, сейчас будем приступать к установке. Так, поставили кран на подачу и подключаем теперь шланчик ПВХ. Так, вкрутили кран на гидроаккумулятор на функу и также в канализацию подсоединили врезку. Сверлили сверлом на 6 мм. Теперь с гидроаккумулятора вставляем шланчик вот в этот тройник, который на пост фильтр идет. Так, ну вот, всю систему собрали. Дренажную трубку красную подключаем в слив. А выход с пост фильтра — это у нас уже подача очищенной воды в кран. Но перед первым запуском отстегиваем шланчик на подачу воды в мембрану и промываем систему. После того, как вода пойдет чистая отсюда, вставляем в мембрану и промываем уже сам фильтр. Но не забываем закрыть кран в гидроаккумулятор, чтобы туда вода не наполнялась. После того, как промоем полностью фильтр, открываем кран, и уже заполняется у нас бак. Но первую воду, которая наберется в бак, надо слить. И только потом уже можно полноценно пользоваться. Так, ну все. Открываем кран и промываем систему.
Вот, вода из-за угольного картриджа пошла черная. Сейчас она будет промываться. Так, сейчас воду сольем и запустим заново. Вот такая первый раз грязная вода. Вот второй раз все равно грязная. Так, ну все. Раз в пять я промыл, вставил шланг обратно, закрыли кран на гидроаккумуляторе и открыли кран на подачу воды. И теперь ждем, пока пойдет вода, и промываем систему 10 минут. А уже затем закрываем кран и открываем кран на баке. И ждем, пока он полностью наполнится. И потом уже сбрасываем с него воду. Так, ну вот струйка побежала у нас. И теперь промываем его 10 минут. Так, ну вот уже прошел час. Сейчас посмотрим, сколько за час у нас набралось воды в гидроаккумулятор. Вот у нас банка на 2 литра. Сейчас будем проводить измерения. Так, ну вот, получается, вода с бака закончилась. Итого за 1 час и 10 минут у нас набралось 7 литров воды. И вот такая вот она кристально чистая стала. Вот у нас фильтр отключен, кран. И вот такой слив у нас идет в канализацию. Я вытащил трубку. Сейчас мы остановим кран и посмотрим, сколько у нас соотношение фильтрованной воды и слитой воды в канализацию грязную за 10 минут. Так, вот наша мерная емкость. Посмотрим за 10 минут, сколько набралось у нас чистой воды. А затем замерим, сколько слилось грязной. Вот получается 900 миллилитров набралось у нас за 10 минут. Сейчас будем мерить, сколько слилось в канализацию. Так вот, литр плюс полтора. 2,5 литра получается сливается в канализацию и набирается фильтрованной воды 900 миллилитров. Так, ну вот, значит, полностью фильтр мы собрали, проверили, промыли, все работает. Теперь надо установить вот сюда вот нам кран. Но чтобы не делать дополнительные отверстия в мойке, мы решили заменить старый смеситель и поставить вот такой вот новый. Он у нас идет с выходом специально для фильтрованной воды. То бишь справа вот переключатель для обычной воды, холодно-горячий смеситель, а слева вот переключатель для фильтрованной воды. И плюс у него еще гибкий гусак, и с ним будет пользоваться намного удобнее. Так как у старого смесителя излив находится высоко, и из-за этого вода брызгается во все стороны, и даже встроенный аэратор не помогает. А этот у нас ниже где-то сантиметров на 6, на 7. У этого смесителя, естественно, есть 3 входа. 2 входа для холодно-горячей воды и вход для фильтрованной воды. Подключается фильтрованная вода у нас так же, как и обычная холодная и горячая. Такая же подводка идет. И в подводку, в конец, накручивается просто вот такой переходник. А уже в сам переходник вставляется шланчик, который у нас идет от фильтра. И все. Ну все, вот мы смеситель установили. И теперь покажу, как он работает. Включаем вот у нас горячая вода, холодная вода. Из первого излива текет. А вот переключение на фильтрованную воду. Вот фильтрованная вода пошла. Плюс у нас еще и гибкий гусак вот такой. Удобно мыть, и мыть мойку удобно со всех сторон.
Как-то так.